Привет, мой хороший. Как дела твои? Всем доброго вечера. Напоследок хочу заснять своего рыженького. Да принесла, конечно, целую буханку. Ну, ты прожуй сначала. Не жадничай, рыжий. Тебе же не взять все в рот. Жуй, жуй, мальчик мой. Ой, да хлеба, так сам не свой. Ой, с какой... Прожуй. Твой рот много не может набрать. Это корова на полбуханки на раз. А хамкнет. А ваши рты так не умеют. Вам надо тщательно жевать. Кстати, очень тщательно пережевывают пищу. Вот он откусил. И будет теперь долго и упорно чванькать. Вот так вкусно, да? У нас сегодня целый день, вот даже на 5 минут не переставал идти дождь. Так что залито у нас все. Рыженька, я посидеть хочу, иди ко мне. Вот так. О, Господи, как ты кидаешься на хлеб, отойди чуть-чуть. На, я ж себе не запрещаю. Ну вот. Да чудо кидался, уронил. Все вон там валяется. Жуй тебе сам. Вот на полике. Телефон-то хоть не съешь. Что подумаю, что вместо хлеба. Коровушки целый день гуляли сегодня. Недавно пришли домой. Сейчас рыжего сниму и пойду коровушек доить. Вот так вот. Рыжий пойдет гулять. А я пойдет домой. Готовиться к дойке. Вот он, красава моя. Купался. Очистейший весь. Все спрашивают, как же они так очищаются. Ну вот так вот. Как-то так вот. Весь чистейший. Мальчишечка мой. Что тут у тебя за какая-то шишечка, а? Что тут такое? Не больное, значит, да? Раз не дергаешься. Ой! Девочки закрыты эти. Иди гулять, мальчик мой. Иди на прогулку, иди. Иди, рыженьки, гулять. Иди, все. Иди, мой хороший, буханочку херакал. Иди гулять теперь. Все, пошел.